Или вы, может быть, хотите еще раз сделать «Яркая запад»? Так, давайте посмотрим, что будет громче. Бургер? Я роняю запад. О чем базар, бро? Ты сам себе видишь, я хочу, чтобы снова выключили свет. И я, если честно, хотел сейчас сделать свою речь и пойти отдыхать, но нет, нихуя, пока я здесь, у меня есть возможность разъебывать с этими людьми, конечно же, я буду это делать. Поэтому я знаю, что пацаны, которые делали круг, им это понравилось, пиздец. Я знаю, что пацаны разъебались нормально, и я хочу, чтобы сделали этот круг еще раз. Я смотрю, круг увеличивается, а круг все становится шире, 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 шире. Ладно, раз уж мы сегодня здесь собрались, то я вас так просто не отпущу. Москва — это всегда что-то особенное. И я хочу, чтобы не только одним плапом на бис закончились похороны всей этой индустрии, всех этих ебучих старперов, всех этих школьников-рэперов, которые... Школьников и не школьников-рэперов, которые думают, что они могут мне что-то сделать, которые думают, что они из чего-то слеплены, кроме как из дерьма. Понимаете? Здесь я и мои люди, и здесь показывают, как идет разъеб. Поэтому все эти черти смотрят и завидуют нам. Я хочу, Москва, чтобы сейчас выключили свет. И я хочу, чтобы у нас было еще два трека на бис, чтобы полностью похоронить их всех. Вы охуенно исполнили пулап, и я хочу, чтобы вы сделали в два раза жестче, в два раза пище на следующем треке. Другие страны. Мы просто должны их уронить. Мы просто должны сами сделать огромный.
блядь, группа, и должны охуительно разъебать друг друга. Вы просто должны сорвать свои глотки к хуям, чтобы завтра не разговаривать. Вы просто должны поломать друг другу кости. А я пока немного удалюсь. Погнали, бро. Я хочу, чтобы выключили свет, хуя. Это свет. Я ценю всех своих людей. Спасибо вам за то, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам за то, что вы не смотрели ни на что со мной. Ну, это про тех людей, которые не смотрели ни на что со мной, а которые не со мной пускай идут нахуй. Так вот, я хочу сказать просто большое человеческое спасибо. Без всякой хуйни, что я артист или кто-то там. Я просто хочу сказать как человек, людям огромное спасибо за то, что вы со мной. И я хочу сказать также, что три вещи вы должны знать, которые я пропагандирую честно, осознав все это сам. Первое. Нахуй суицид. Я хочу, чтобы вы знали, что счастье наступит. Надо просто немного подождать. Может быть, много подождать, но рано или поздно оно будет в вашей жизни. Я верю в вас. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что нахуй химические наркотики. Я хочу это сказать. Не потому что, особенно в Москве нахуй не дерьмо, потому что люди здесь это все очень доступно, и для молодежи сожрать марку все равно, что выпить пиво. Я хочу сказать, что это неправильно, не в том плане, что я какой-то зожник, или начитался паблику ВКонтакте про зож, блядь, или в том плане, что типа я как будто бабушка или дедушка говорю, что типа я это не пробовал, я не знаю, что это такое, но я говорю, это плохо, внучок, не пробуй. Я реально сидел на таблетках, я знаю, что это за дерьмо, типа, я жрал таблетки, и я прекрасно понимаю, что многие знают об этом, многие не знают об этом, но типа, да, я жрал таблетки, и я хочу сказать, что это могло довести меня реально в могилу, либо свести с ума, и я бы здесь не стоял, и я бы не был счастливым. Я хочу сказать, что нахуй химические наркотики, нахуй наркотики в принципе. Зачем нам наркотики, когда у нас есть мы, когда у меня есть вы, а у вас есть я?